Здорово, народ, канал Сиви Фокс. Сегодня топаем на реку Десну. Это в районе Девятска. Попробуем ловить на федераль. Взял две штуки сегодня новеньких. Один из них покупался специально под эти условия. Под маленькие кормушки. Под тяжелые довольно-таки условия ловли. Это мало места, чтобы закинуть, забросить. Ну и соответственно фидер на речку, который там для шириной 10-15 метров. Брать фидер 360, ну это перебор, наверное. Вот, из условий. Сейчас опустился очень сильный туман. Можете видеть. Населенному пункту не видно практически. Где-то далеко-далеко. Вот. Прикормка у нас сегодня вабик. И ловить будем на опарыша и мотыля. Леска 01, 012. Крючки, соответственно, 14 номер. 14 или 12. Посмотрим. Ну, из не того, что хотелось бы увидеть, это, конечно, дожди. Последние три дня очень сильно идут дожди. Я боюсь, река там сейчас будет кофе с молоком. И, в принципе, если это так, тогда, наверное, придется адаптироваться, уходить в какие-то другие места, искать заводи, что-то куда-то как-то. Короче, ничего не знаю. Сейчас подойдем на место, посмотрим. Погнали. Короче, пришел в такое интересное место, хорошее. На коротке приходится ловить. Речка очень маленькая. Расстояние от берега до берега, наверное, 20 метров. Поймал одну плотвичку. Поклевал к море. Прям море. Очень много мелочи. Ловлю на опарика. И на мотылика. Лесочка 01. Стоит на поводках. И очень интересное дно. Все довольно-таки сильное течение. Груза стоит полтинники. Пришли сейчас поплавочник, дяденька местный. Сказал то, что ходит третий день, уже ничего нету. Постоял, посмотрел, вот я сейчас при нем поймал рыбку. Ну, рыбку, после плотва. Сказал то, что на поплавок пока ни хрена ничего не клюет. Народу, наверное, человек 4 я встретил. Ну, пока стоим, смотрим, что куда как.
Короче, что-то чем дальше, тем хуже. На этих точках, где ловил, сейчас поклевки вообще прекратились, где-то, наверное, минут 40. Ни одного тычка. Сейчас попробовал перекинуть подальше, на дальнее, на течение. Поклевок много, но, походу, мелочь. Рыб отошел, такое бывает в двух случаях. Если подошла крупная рыба, это первый случай. И второй случай, если в ожидании какой-то непогоды. Вот, сижу и думаю, угадаю, что не так. Была поклевка одна, называется «Отдай спиннинг». Сбила со стойки, подсек, начал вытаскивать. А буквально оборотов, наверное, 5 сделал. И уперлась в этот в завал и оборвало у меня. Вот. Неожиданно было, настолько прям неожиданно. Ну, то есть, когда сидишь, ловишь мерную рыбу, там, мелкую, таких каких-то серьезных поклевок не ожидаешь, как правило. Это не ока, это не какие-то озера крупные. Маленькая речка в Подмосковье, прям маленькая-маленькая. Вот. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим. Сейчас сижу, пью кофе, смотрю на уток, целый выводок уток здесь. Пока тишина. Сейчас пробую играюсь с насадками, с забросами, с бровками и так далее и тому подобное. Сейчас посидим, наверное, еще часа полтора-два. Можно, в принципе, будет сваливать домой. Что если картина не поменяется, то ничего хорошего не надо ждать. Ну вот и все, народ, на сегодня ловля закончилась, поймал я одного подлещика, одну плотвичку, и все обрезал, был один обрыв, и в принципе на этом все закончилось. 9 часов, наверное, с полвосьмого, с восьми были маленькие-маленькие поклевочки, ничего интересного, короче, перекидал, какая-то корма много-много-много, картину не поменяла, она как будто куда-то ушла. Вот, причем она начала очень-очень интенсивно играть, гулять, но клев на этом оборвался. Прекрасно отдохнул, прекрасно посидел, очень много поплавочников тоже ничего, процентов, наверное, 95, то люди вообще без всего ушли, то есть пустые, ничего не поймали. Но я хотя бы поклевки увидел, хотя бы хоть что-то поймал. Отметился. Вся рыба была утоплена, соответственно. То есть там, в принципе-то, и брать некого. Вот, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.